В эти дни в Санкт-Петербурге проходит 6-й форум регионов России и Республики Беларусь. В этом году он посвящен теме укрепления межрегиональных связей. Именно они – основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран. В работе форума принимают участие члены Совета Федерации Федерального Собрания России и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, а также руководители субъектов, предприниматели, ученые. Межрегиональные связи – самый быстрый инструмент налаживания сотрудничества. У каждого российского региона свой опыт взаимодействия с дружественной страной. Ключевыми направлениями сотрудничества стали создание общего информационного пространства, налаживание научных и культурных связей, разработка совместных проектов в сфере образования и туризма. Соглашения, подписанные на полях Питерского форума, имеют конкретные адреса и исполнителей. Если говорить о объемах взаимного товарооборота, то большая часть этого взаимного товарооборота, она лежит на регионах, на областях Беларуси, на вашем взаимодействии. Тема нынешнего форума, как вы знаете, посвящена гуманитарному сотрудничеству, созданию единого гуманитарного и культурного пространства. Это не менее важная составляющая дальнейшего формирования нашего союзного государства. Напомним, что еще в 2017 году подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между правительством Чувашской Республики и правительством Республики Беларусь. Это стало дополнительным стимулом развития реального сектора экономики, культурной среды и взаимовыгодного сотрудничества. Впервые за всю историю состоялось заседание секции, которая была посвящена вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. Тематика нашего обсуждения посвящалась как раз-таки тому, что мы намерены укреплять прямые связи между учреждениями культуры, наполнять наше сотрудничество мероприятиями, направленными на представительство, презентацию национальных культур в регионах наших стран, повышению качественного уровня культурных мероприятий. Все это в равной степени касается Чувашской Республики. Поэтому мы рады будем видеть ваши творческие коллективы, ваших творческих деятелей. Осенью этого года состоятся дни российской духовной культуры. Такое соглашение мы достигли в переговорах с нашими коллегами из Министерства культуры Российской Федерации. Это возможно в рамках дней российской духовной культуры. Это возможно в рамках отдельного договора, который Министерство культуры Республики Беларусь готово подписать с правительством Чувашской Республики и с вашим профильным министерством. То есть все решаем, будем рады вас видеть.